десерта така, которую, по данным американского Минюста, совершили 12 российских разведчиков, не повлияло на количество голосов и результаты президентских выборов в США в 2016 году. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, сообщает CNN. Нет никаких свидетельств того, что хакерская атака оказала какое-то действие на процесс голосования, отметила она и добавила, что в администрации президента и раньше об этом говорили. Ранее МИД России подчеркнул, что Вашингтон подобными обвинениями хочет испортить атмосферу перед встречей российского и американского лидеров в Хельсинки 16 июля. 13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся.